Особый характер российско-эмиратских отношений подтверждает обоюдный настрой руководства наших стран в выполнении договоренностей, которые достигаются между ними в ходе регулярных контактов. Сегодня очень хорошая возможность обменяться мнениями о том, как эти договоренности реализуются. Ну и темой номер один сегодня в международных делах является ситуация на Украине. نلتقي الأزمات المختلفة حول العالم من أوكرانيا إلى العراق إلى إيران ونعمل على تنويع مجالات الترابط. إذا пройдут конструктивные обстоятельные обстановки. Спасибо.